предоставляется послу Российской Федерации в Королевстве Камбоджа Дмитрию Чепчевскому. Дорогие коллеги, вот сегодня у нас знаменательный день. Мы сегодня реализуем эту инициативу по созданию нашего посольства Алии Памяти. Сейчас это вот пустая лужайка, через какое-то время здесь будет много-много деревьев, которые символизируют наши отношения с тем, кто ушел на эту великую войну, ушел и не вернулся. Война затронула практически каждую семью нашего. Виталий Борисович Пирачев. Уважаемый Дмитрий Юрьевич, коллеги, сегодняшнее наше патриотическое мероприятие не только дань уважения тому, что произошло 70 лет, но это наша клятва, что мы этого не забудем никогда. Безусловно, Дмитрий Юрьевич уже упомянул, что затронуло практически каждую семью нашего многонационального на тот момент огромного государства. Время бежит, многое меняется. Мы когда смотрим на наших детей, внуков, понимаем, что жизнь, пользуясь случаем, передам Дмитрию Юрьевичу, это маленький значок, напоминающий о том, что Орден Победы, понятно, с бриллиантами, но символ того, что победа всегда за нами есть, была, а главное будет.